Вы смотрите видео об отеле Dandjut Resort. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Dandjut Resort расположен в стране Таиланд в регионе Пхукет и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. Расположен в южной части пляжа Патонг, в 300 метрах от моря, в 40 километрах от аэропорта Пхукета 50 минут езды, в 1,5 километра от центра зоны ночных развлечений пляжа Патонг, Бангла Роуд 17 минут ходьбы. Территория гостиницы занимает 128 тысяч квадратных метров. Отель был построен в 1986 году, обновлен в 2012 году. Всего 307 номеров. К оплате принимаются кредитные карты Visa, MasterCard, American Express. Два ресторана, три бара, три бассейна, конференц-зал, 130 человек, магазины. На территории отеля имеется два ресторана, два конференц-зал до 1400 персон, три открытых бассейна, спа-центр, прачечная, обслуживание номеров. Беспроводной интернет в лобби бесплатно. В номерах есть индивидуальный кондиционер. ТВ есть русский канал «Сейф-душ», ванна, мини-бар, вода ежедневно бесплатно, набор для чая и кофе, балкон или терраса, интернет платно. Номерной фонд отеля состоит из 90 Deluxe Rooms Garden Wing, 38 квадратных метров, максимум 2 плюс 2 человек, только душ, спальня с зоной гостиной, 60 Grand Deluxe, 35 квадратных метров, максимум 2 плюс 1 человек, спальня с зоной гостиной, 59 Deluxe Bungalow Sino Style, 38 квадратных метров, максимум 2 плюс 1 человек, только душ, спальня с зоной гостиной, 14 Deluxe Bungalow Premium, 50 квадратных метров, максимум 2 плюс 1 человек, спальня с зоной гостиной, 37 Deluxe Gasalon Krums, 40 квадратных метров, максимум 2 плюс 1 человек, спальня с зоной гостиной, 32 Junior Suites, 52 квадратных метра, максимум 2 плюс 1 человек, спальня с зоной гостиной, 4 Suites, 70 квадратных метров, максимум 2 плюс 2 человек, спальня с зоной гостиной, 11 Family Suites, 70 квадратных метров, максимум 2 плюс 2 человек. На один этаже гостиная, на втором этаже – спальня с дверью, джакузи. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть Wi-Fi в лобби, бесплатно тренажерный зал, бесплатно сауна, платно классы кулинарии. Также бесплатно доступны фитнес-центр. За дополнительную плату имеется сауна, джакузи, массаж, уроки тайской кухни, карвинг из фруктов. Для детей есть детские отделения в бассейнах, мини-клуб, детская кроватка, детские стульчики, в ресторане няня платно. Песчаный городской через дорогу в 200 метрах, зонтики, шезлонги у бассейна, бесплатно на пляже платно. Пляжные полотенца у бассейна, бесплатно. Зонтики и шезлонги на муниципальных пляжах Пхукета не предоставляются по региональному закону о защите природы 2013 года. Пляжи доступны всем желающим для отдыха на собственно принесенных пляжных полотенцах, циновках, пледах и иных приспособлениях, не загрязняющих окружающую среду и портящих внешний вид территории бесплатно. Год постройки гостиницы – 1986. Год, когда был сделан последний ремонт – 2012. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.